Я просил лично заняться всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях. И руководители регионов. Это Белгородская область, Брянская, Курская область. Давайте начнем работать. Ну, видите, Сергей, у Путина, значит, ситуация. Ситуация у него на территории Курской области. Даже не антитеррористическая операция, уже просто ситуация. И он говорит, вообще за все ответственные силовики. Что это все? Ну, вы знаете, вообще-то у этого, у такого подхода есть, как это ни странно, объяснение. Потому что Путину очень важно показать, что в огромной стране, которая насчитывает 17,5 миллионов квадратных километров, все нормально. То есть все идет нормально, все хорошо. И что даже есть, если какое-то место, где куда-то зашли ВСУ, то для этой страны ничего не поменялось, ничего не происходит. Это такая маленькая... Маленький гнойничок на большом теле Российской Федерации, значит, воспалился, я не знаю, там, ноготь на мизинце, вот, и, в общем, если он воспалился, это не означает, что нужно сразу отрезать ногу, там, я не знаю, или бежать, ложиться в стационар и так далее. То есть, на самом деле, Путин вот именно этими своими действиями, этими поездками, этими разговорами о грушах и о яблоках, этими посещениями регионов отвлекает народ и успокаивает народ. Говорит, что все, в общем, нормально, потому что вот если бы он поехал бы в Курск, собрал там какое-то прям совещание с присутствием министра обороны, членов постоянных советов безопасности, выездное, вот тогда было бы понятно, что катастрофа какая-то случилась в Российской Федерации. Путин своим поведением хочет доказать, что никакой катастрофы не случилось. Что все, что происходит, это совершенно ничего не значащая ситуация. Поэтому он ее даже не называет войной, потому что, ну, строго говоря, когда представители иностранного государства в форме своей, с тяжелой техникой, в боевых порядках, заходят на территорию вашей страны, начинается война. Нужно объявлять войну. Нужно объявлять военное положение. Путин не хочет этого делать. Да. Сознательно не хочет этого делать. Потому что если он это объявит, то тогда все поймут, что все идет не по плану, не по его плану. Потому что когда иностранное государство Украина зашла на российскую территорию, война пришла в Россию, и все совсем не так, как Путин рассказывает в течение последних 2,5 лет. И вот чтобы не получилось так, что ему стали бы говорить, что вот видите, у вас там жуткая катастрофа, он всячески минимизирует эту историю. Он все делает, чтобы сказать, что ничего серьезного не происходит. Все под не хочет говорить, что все идет по контролю, по плану, потому что тогда начнут над ним издеваться, говорят, чего у тебя по плану было, чтобы на территорию Российской Федерации война пришла. Нет, такое он сказать не может. Но вот что все под контролем, и что ничего страшного не происходит, и что, в общем, ну и не так-то и не так уж и больно. Ну, мало что потеряли, мы там 1200 квадратных километров. Российская Федерация 17,5 миллионов квадратных километров. То есть это даже не 1%, это даже не доля процента, это какая-то там тысячная доля процента. Вот, то есть, вот это и объясняется все этим. И если вы ждали от него, что он начнет паниковать, что он начнет, там, я не знаю, объявлять мобилизацию, что он начнет бить в набат какой-то, то нет, этого не будет. Путин будет постоянно минимизировать всю эту историю. Сергей, я от него не ждала вообще ни разу, что он будет что-то делать. Но вот, ждали ли от него хотя бы губернаторы регионов и населения его, что он будет что-то делать? Потому что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Леша Смирнов, а сегодня один из первых сказал, что к нам же продвигаются еще тогда, 7 числа, помните, когда Путин полтора дня молчал, а потом собрал первое завещание. Сегодня выходят на вот этом вот сбеговиску губернаторы Брянской и Белгородской области, где тоже неспокойно рядом, мягко говоря, и сетуют, что им не хватает денег на территориальную оборону даже. Но Путин им не ответит никак, или они тоже не надеялись?
Вообще-то это, конечно, бардак, потому что, строго говоря, их должны были обучить, как надо отвечать, потому что если уж ты устраиваешь совещание, я про Путина, совещание под камеры, где тебя смотрят, и где ты должен показывать, что, в общем, ничего серьезного не происходит, то надо заранее договариваться. Судя по всему, Путин, в общем, откровенно, у меня такое впечатление, что он даже для себя уговорил, что ничего не происходит. Он даже, вот у меня было такое впечатление, когда я смотрел эти кадры, что он даже вышел абсолютно неподготовленным на это совещание. Просто неподготовленным. То есть, грубо говоря, вот смотрите, когда даже первое совещание, ну, тогда оно было не первое, оно было второе, по-моему, или третье по счету, когда были уже тогда по удаленке присутствовали все три губернатора этих регионов, и, значит, брянский, кстати, губернатор говорил, у нас все нормально, типа, ну, летают у нас беспилотники, но в остальном все нормально. Путин ему сказал, тихо-тихо, парень, ты это не расслабляйся, потому что, так сказать, украинские провокации к тебе могут прилететь. То есть в этом смысле Путин предположил, что усугубление ситуации может произойти на Брянщине. И поэтому, когда сейчас вот там были какие-то попытки перейти украинских войск брянскую границу, то, в общем, Путин может сказать, ну, я же про это говорил, вот я же предупреждал, что могут быть какие-то провокации, вот они делают эти провокации. Но я же предупреждал, то есть мы, в принципе, об этом знали, мы знали, что если будет такая возможность, поэтому готовились к этому, ведь видите, и поэтому вот на Курскую область, в Курскую область, там, где мы не готовились, туда они, может, немножко даже продвинулись, а вот в Брянской области, где мы уже готовились, там уже ничего не продвинуться не удалось. Вот. И, но у меня такое впечатление, что все-таки он выходит каким-то не очень подготовленным, потому что вот на втором совещании ему пришлось даже прерывать этого губернатора, который явно совершенно не въехал, что такие вещи, то есть, грубо говоря, правду о состоянии региона рассказывать на камеру нельзя. Что Путин минимизирует все это состояние. Надо докладывать, что, ну да, у нас какие-то там сложности есть, но справляемся, отдельные проблемы есть, но мы, так сказать, вам направили записочку, вы ее прочитайте и там выделите нам какие-то дополнительные средства. Судя по всему, эти губернаторы не очень сильно въехали, и у меня такое впечатление, что через 10 дней, когда у них там, или через 2 недели, когда у них будут выборы, эти губернаторы, наверное, не будут переизбраны на свои должности. Ой, Сергей, да, губернаторы, это вы меня насмешили, что Путин, мягко говоря, выглядит неподготовленным с этими бумажечками. Да, это действительно очень, мягко говоря, мы с вами толерантны. Но выборы, знаете, не остановить ли, так сказать, на территории Курской области, в отличие от наступления вооруженных сил Украины, ну, в принципе, почему в отличие, так же точно. Остановить не могут ни нас, но ни выборы при этом. И вот, знаете, издание «Можем объяснить» сообщает, что как-то жители тех регионов в шоке, куряне, недовольны, они и спрашивают, а разве безопасно в текущей обстановке проводить выборы? Людям помогите финансово, а то на бюллетени денежки есть, а на выплаты уже по второму разу подают, но не дают. У народа глаза говорят, а слез опухли, а вы про выборы, чтобы не забыли. Освободить область надо и выплаты людям получить. Очередной единорос наворуется и сбежит. Это тоже часть вот этого плана, которого, собственно, нет, показать, что все спокойно, все по плану? Или зачем так ускорять и зачем выборы в такой ситуации, как называет ее Путин? Да, конечно, это абсолютно четко составляющая плана, причем поэтому, кстати, они объявили досрочные выборы, поскольку там есть потенциал того, что вот в тот котел, в который попало 3000 человек, еще добавится 700 квадратных километров, и все будет уже 2000. И вот пока все это дело не произошло, нужно быстренько проводить выборы, потому что иначе нужно будет объявлять, ну, вообще, строго говоря, когда объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба, по-моему, по избирательному закону нельзя проводить выборы. Но, тем не менее, они их проводить будут, потому что, ну, во-первых, мы с вами понимаем, что это никакие не выборы, что это просто будут какие-то галочки, поэтому по электронному голосованию просто вбрасываются какие-то голоса, им без разницы, явятся или не явятся. Вот. Но вот то, что вы показали, то, что народ начинает задавать какие-то неудобные вопросы, вот это потихонечку может Путину этот бумеранг вернуться. Он не сразу вернется, потому что то, что я пока что видел, еще ни один человек не задал вопрос, а зачем нужна была путинская война? А
в этом виноват Путин, а не губернатор. Потому что до сих пор они обвиняют только начальников своих местных. Они говорят, что это у нас там местные начальники ничего нам не помогают, нам выплаты не производят. Потому что они же всегда могут сказать, ведь Путин решил эти выплаты делать, а эти не выполняют. Значит, это у них какие-то деньги, они воруют, может быть. Вот. И, то есть бояре плохие, царь-то хороший, царь далеко. Вот, и царь-то все видит, но не все видит, потому что надо бы ему, конечно, приехать в Курск, но у него, видите, у него там международные дела, ему важнее там было поехать в Азербайджан, потому что там его накормили черной икрой, а здесь надо заботиться о собственных гражданах. Но все это все-таки все такое российское, это ведь нет никаких митингов. Вот у нас тут, я работаю на французском телевидении, у нас корреспондент нашего французского телевидения вот ездит по этой Курской области, он был в Курске, он был там в Курчатове, ну вот, и он говорит, что, в принципе, как бы народ живет своей жизнью, там, ну, там звучат у них какие-то тревоги. Кстати, курчане пока еще не привыкли к этим тревогам, угу. Когда они их слышат, они не бегут в убежище, они вот не так, как в Белгороде. В Белгороде уже ученые. Вот. Но, с другой стороны, они же сегодня поставили вопрос о том, чтобы поставить бетонные уже, значит, укрытия на остановках автобусов, троллейбусов, трамваев, вот, что, в принципе, готовятся к тому, что по ним могут прилетать уже теперь гораздо чаще, больше и регулярнее. Вот. Но, в принципе, жизнь ничего своим чередом, и эти люди, которые недовольны, они сконцентрированы в пунктах временного проживания, они еще не устраивают массовые манифестации на площади Ленина, где у них там находится горсовет и облсовет, и, значит, по-советскому, ну, теперь там офис губернатора. Вот. Так что, в общем, для Путина пока что у него нет ощущения, что это народное недовольство может переродиться во что-то значимое, опасное для него. Сергей, а когда вы говорите «еще» и «пока», и «не устраивают», и «еще» может переродиться, все-таки мы оставляем какой-то процент на то, что это действительно возможно в реальности будет? И что же должно еще произойти, тоже повторю это слово, чтобы негодование на кухнях, в соцсетях и уже в головах вылилось, ну пусть даже не вопрос, зачем Путин ты начал войну, да, а в какие-то более масштабные протестные акции? Это потихонечку капает, это капает. Российская Федерация за 2,5 года у нее изменения экономические есть, то есть санкции реально работают. Экономика российская реально замедляется, проблемы есть, для этого достаточно послушать таких знаменитых экономистов, как Липсиц, например, который там на пальцах и в том числе и очень доступно объясняет, что неправильно работает в экономике. Вот. Но между тем, что экономика замедляется, и как народ это начинает на себе ощущать, очень большое, к сожалению, расстояние. И очень большое расстояние между тем, что вы недовольны, и когда вы уже не можете терпеть, и когда вы выходите на какую-то акцию протеста. Вот это предсказать не может никто. Может быть, такое накопленное недовольство прорвется, когда что-то произойдет такое непредвиденное, вот как, допустим, в Орске, когда там прорвало дамбу, всех затопило, и никто не занимается, никто не выплачивает никакие компенсации, никто не отстраивает. И вот когда придет зима, а дома по-прежнему не ремонтированы, и дамба не восстановлена, и так далее, то когда-нибудь, может быть, это и бабахнет так, как это бабахнуло в Башкирии вот в последний раз. Но опять же, вот в Башкире, допустим, собрали, вот это может быть самый последний такой массовый митинг, и то они по локальному поводу его собирали, и то они его собирали, в общем, ну так сказать, очень, очень мирно, потому что они просто собрались 10 тысяч человек вокруг суда, в котором шел процесс по поводу одного из активистов. Этого активиста осудили, и их было 10 тысяч человек. Там в этом суде, значит, судья, несколько полицейских и там, ну, 30 человек ОМОНовцев местных, которые пришли к этому суду. Эти 10 тысяч человек могли спокойно всех их скрутить, заставить судью
принять справедливый и оправдательный приговор, отбить этого своего человека и дать ему возможность скрыться там в тайге. Но ведь никто же из них ничего этого не сделал. Наоборот, через некоторое время туда прислали усиление ОМОНа, начали их крутить, одного убили, другому сломали позвоночник, кого-то там осудили и так далее. То есть на самом деле социологически это очень сложный процесс, и никто никогда не может сказать, где бабахнет и как быстро это бабахнет. Но Путина действительно это еще не сильно волнует. Черная икра, кюкю, ассорти, лявянги из баклажанов, салат из жареных баклажанов, жареная речная форель с картофелем, козденок в тандыре, значит, национальные сладости, савалан савиньон блан 2022 года. Вы вспомнили Сергея меню в Азербайджане, я тоже о нем вот вспоминала, и что неплохо было бы, наверное, меню, которое Путин в начале недели дегустировал в Азербайджане, посмотреть и полюбоваться, и, наверное, через листок насладиться переселенцами, например, из временно оккупированных районов Курской области, не только, да, и вообще вот эти вот поездки в Азербайджан, в Кабардино-Балкарию, в Чечню, в Беслан, о чем они все говорят, не подавился ли он, употребляя это все, пока его территорию оккупируют? Вы знаете, самое страшное, что все эти люди, они его оправдывают. Они говорят, ну он же царь, но он же поехал с государственным визитом, он же с другим царем, значит, с эмиром встречался. Ну, они же должны ведь, это ведь царь, царю полагается есть черную икру. Мы простые люди, нам полагается баклажанную. Вот, и, кстати, вот они там жареные баклажаны едят, то есть, в принципе, не так уж у них, не такое уж у них и меню такое, прям уж супер-пупер, вот, потому что много овощей, которых и мы, которые и мы тоже едим. Ну, подумаешь, там у него черная икра. Они его оправдывают абсолютно. Они оправдывают даже тогда, когда он к ним не приезжает, они его оправдывают, потому что говорят, ну, у него он занят, у него много важных вопросов, у него большая страна, мало ли там, какие у нас там процессы какие-то. Это вещь, которую очень сложно объяснить странам, в которых работает демократия снизу. Вот в Западной Европе, особенно там в странах типа Швейцарии, где все решается на муниципальном уровне и на кантональном уровне, вот они там все понимают, они понимают, что у них власть вся внизу, и они очень немножко отдают наверх и очень строго спрашивают, если наверху есть какие-то перегибы. В Российской Федерации власть всегда и все деньги находятся наверху, внизу ничего нету. И поэтому люди, у которых ничего нету, они говорят, ну ладно, мы как-нибудь там перебьемся, мы сходим в лес, соберем там грибов, соберем ягод каких-нибудь, у нас там какие-нибудь там яблоки, груши вырастут на собственном огородике мы вырастим себе помидорчики, огурчики, картошку и как-нибудь перекантуемся. А Путину нельзя, потому что Путин, он же царь, ему же надо страну представлять. Поэтому, когда они видят золотые дворцы, когда они видят его, красивые какие-то там, я не знаю, красные дорожки, его самолеты личные, его поезда, бронепоезда, видят его резиденции многочисленные, его дворцы. Это их, к сожалению, совершенно не пробуждает в них чувство протеста. Они считают, что это так положено царю. Царю положено жить в покоях царских. Поэтому вот если у него есть 10 дворцов или 17 дворцов, значит, так положено царю. Ну да, в принципе, такое мышление уже и не удивляет. Ездил Путин в Чечню, к сожалению, мы увидели, что Кадыров похудел на этом фоне. Зачем он ездил, сейчас поговорим, но вряд ли, я так думаю, просить о каком-то усилении Курскую область, потому что единственное, что умеют ахматовцы, это бегать, а еще обещать. Вот тут сделали в соцсети подборку обещаний Лаптей Алаудинова, и мы сейчас с вами посмотрим кратко, и потом обсудим, насколько сильная есть подмога в виде Ахмата силы для Путина. Прошу. Берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Ситуация тяжелая, но она не критическая. Ситуация так или иначе близка к тому, чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация, она уже, в принципе, потихоньку стабилизируется. Обстановка, она, в принципе, взята под контроль. Мы завершаем уже, в принципе, можно сказать, уже завершили блокирование противника. Обстановка, она подконтрольная, рабочая. Противник, в принципе, остановлен.
остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга. Как вам, Ахмат Сила, да? Да, но Ахмат Сила, на самом деле, вы знаете, этих Ахматов, их там 25 тысяч штук, потому что у Кадырова все называется Ахматами. Вот, и это укладывается, на самом деле, то есть вот нам с вами смешно этот обманутый россиянин, или как его там, это классный совершенно канал, кстати, вот, когда, я не знаю, как зовут, кстати, этого человека, который делает ролики, который очень ехидно над ними издевается. Вот. Но вы знаете, это ведь мы с вами смотрим, а на Первом канале российского телевидения этого не показывают. YouTube у них теперь замедляется, кто-то не может смотреть без VPN теперь YouTube. И поэтому вот мы с вами посмотрели и сказали, да, чего-то там не совсем то, что соответствует действительности. Вот. А они им расскажут Соловьев, что Соловьев же им рассказал, что ну какая разница, что к нам зашли. Ну что у нас такого не бывало? Вон к нам немцы заходили, вон до Сталинграда заходили, потом мы их выбивали. К нам французы заходили, в Москву даже сдавали, даже сжигали Москву. Ну какие проблемы? То есть, грубо говоря, ну украинцы дойдут до Москвы, сожгут Кремль. Ну вот, ничего, восстановим потом и так далее. То есть, на самом деле, вот этот нарратив такой исторический, что типа страна такая большая, что все равно все те, кто в нее заходили, они в итоге сами потом и оттуда и бежали, потому что весна, зима придет, мороз придет, там, я не знаю, там, вот, хотя на украинцев на самом деле это не работает, потому что в Украине такой же мороз, такая же зима, вот, и там все привычные к этому делу, это не французы, не немцы какие-нибудь, вот, хотя у немцев, кстати, тоже зима довольно холодная бывает. Вот, но это такой нарратив, который вот, ну, надо его... Это Кашпировский, Лапти Алаутдинов, это Лапти Алаутдинова, это Кашпировский, это психолог, это такой человек, который заговаривает телевизор. Это человек, который заговаривает этих зрителей, которые не удосуживают себя проверять, не хотят проверить, а что там у них происходит на самом деле. Они просто его слушают и говорят, ну вот, смотрите, Лапти сказал, что все нормально, Путин вообще ведет себя отлично, поел икорки, проверил, как там растут яблоки, груши, все классно, все замечательно, значит, и не надо ничего заморачиваться. Вот. А тем более, что реальные люди, которые ощущают ситуацию, это только те, кто был там вот на этой территории, те 120 человек, которые эвакуировались с этой территории, которые теперь, значит, ютятся по углам, у которых ничего нету, которым даже не выплачивают эти несчастные 10 тысяч, которые мотаются, обращаются к властям, а их все посылают, вот только вот они чем-то там недовольны. А все остальные, в общем, посмотрите, когда в такой же ситуации находился Белгород, кто озабочивался тем, что происходит в Белгороде? Только в Белгороде люди там говорили, и причем они же говорили, даже вот записывали специальные видосы у себя в сетях, вот мы тут бедные, несчастные, значит, по нам бьют украинцы, а вы там все жируете, вы ходите по клубам, там, я не знаю, по супермаркетам, по ресторанам, в то время как по нам тут бьют беспилотники. Но достучаться-то им не удалось ни до кого. Даже соседняя область, Курская, она, в общем, наплевательски абсолютно относилась к этому делу. Она говорит, ну, это проблемы у Белгородской области. Вот сейчас очередь Курской, и курчане теперь говорят, значит, вот у нас там плохо. А люди из Белгорода говорят, ну мы же вот вам плакались в прошлом году, вы нам ничего не помогали. Теперь мы вам тоже не будем ничем помогать. Это Россия. Да, да. Сергей, а что на самом деле мог просить еще Путину Кадырова, как вы полагаете, и поможет ли тот ему? Он с Кадыровым, конечно, договаривался о своей личной безопасности на тот случай, что если вдруг новый Пригожин родится в Кремле, какой-нибудь там Герасимов или там, я не знаю, Бортников, или какой-то кремлевский переворот. Но надо вам сказать, что Путин напрасно думает, что Кадыров ему что-нибудь поможет. Потому что мы уже видели, как Кадыров шел на борьбу с Пригожиным и застрял в пробке, не доехал до Ростова. Мы видели, как украинские войска, которые пошли в Курскую область, обошли Ахмат-Силу
и Ахматсила говорила, а вот ну как мы, ну какое разочарование. Вот если бы они прямо на нас в лоб пошли бы, мы бы им показали. А так они взяли, обошли слева и справа. Ну а зачем нам, типа, за ними гоняться там? Мы сидим, защищаем свои позиции. Вот. Ну да, обошли нас, ну сдались мы в плен, ну какие проблемы-то? Вот. И Путин не понимает или, я не знаю, или обманывает себя, надеясь, что он купил верность Кадырова за те 5 миллиардов, которые он платит каждый год Чечне и Кадырову лично. Вот. И это, эти деньги его не спасут, потому что проплаченная любовь не является любовью. И Кадыров его бросит ровно в 3 секунды, когда узнает, что Путина скрутили. У Кадырова будет другая проблема. Ему надо будет самому усидеть, потому что очень многие люди, которые знают, как устроена российская власть, считают, что Кадыров не усидит в своем кресле и 5 секунд после того, как Путина скинут. Угу. Потому что самого Кадырова убьют, и ему надо будет думать не о том, как спасать Путина, а о том, как спасать своих сыновей, своих любовниц, своих жен многочисленных, свою родню, свой клан, свой тейп. Вот. И поэтому даже если он сейчас там присягает, он говорит, мы там верные пехотинцы, то, в общем, это, ну, какие верные пехотинцы-кадыровцы, это понятно, что это все туфта восточная. Ну да, главное показать тебе картинку. И то, что Кадыров будет в первую очередь думать о своей задней точке, то мы тоже уже тут и не сомневаемся. А когда Путин говорит, что силовые структуры должны отвечать за то, что происходит в Курской области, это исключительно фактически их проблема. Ну и мы знаем, что он там то ФСБшников туда посылает, то своих охранников негласно, Дюмина и не только. О чем вот это говорит, что он перекладывает на них ответственность? И на самом деле эти силовые структуры, они же тоже никак не едины, никак не спроможны защитить ни Курскую область, ни того же Путина. Если придется, то тоже, я так полагаю, дадут заднюю. Ну, он надеется, что у него есть ФСО, которое 40 тысяч человек. Он надеется, что у него есть президентская охрана. Он надеется, что у него есть кадыровцы. Он надеется, что у него есть какие-то личные люди, которые ему всем обязаны. Вот. Надежда это на самом деле тщетная, потому что Пригожинский мятеж в прошлом году показал, что ни один из этих людей спонтанно не вышел защищать Путина. Но обратите внимание, когда удалось Лукашенко разрулить, значит, историю с Пригожиным, то буквально в понедельник 25 июня в прошлом году Путин собрал огромный парад, где собрал всех тех, кто не вышел его защищать. И произнес речь: «Большое спасибо, что вы меня защитили». То есть на самом деле это он, ну я не знаю, он отдает себе отчет, но скорее всего отдает себе отчет. Он понимает, что даже их он не имеет права наказать, вот они никто, и они никто не выполнили свой долг. То есть, по идее, после разгрома Пригожинского мятежа он должен был собрать какие-то верные ему части и расстрелять на этой соборной площади всех тех, кто его не защищал. А он их всех наградил. Он их всех поблагодарил за то, что они не вышли его защищать. Но он сказал, правда, что спасибо вам большое, что вы меня так классно защитили. Хотя никто из них не защищал его, все они сбежали. Начиная там с Золотова, с Бортникова, того же. А сам Путин сбежал, Медведев сбежал, все сбежали. Mm-hmm. Никто Путина защищать не вышел. Вот. Но это вот такая игра, где надо, даже тогда, когда тебя не защищают, надо делать вид, что они все верные, все хорошие. Вот. Мы ждем просто... На самом деле, это карточный домик, и на самом деле Путина очень легко сковырнуть. Просто никто не поставил себе задачу сковырнуть его. Да. А почему? Почему до сих пор эта задача не поставлена? Ведь обсуждения наверняка ведутся. Мы же с вами тоже не раз говорили. Потому что он пока что всех устраивает. Пока что, вот как это не парадоксально, пока что он всех устраивает, потому что он всем позволяет воровать, потому что он вора Шойгу снял, но поставил его секретарем Совета Безопасности, потому что он старпера Патрушева снял, но посадил его своим советником в Кремле, потому что отдельных заместителей Шойгу он посадил в тюрьму, но те люди, которые свидетельствуют против них, стали немедленно умирать в тюрьме, и, в общем, все это закончится тем, что их оправдают. Вот. И Путин в этом смысле, у него тонкая чуйка, что нельзя никого наказывать из тех людей, от которых зависишь.
и что просто надо такую игру играть, немножко кого-то отстрастить, немножко кого-то приласкать, но самое главное – пересаживать всех. И все довольны, потому что они же делят огромный пирог. 11 триллионов рублей выделяется только по военному бюджету на войну. Все это на эти деньги строятся виллы, строятся особняки, покупаются какие-то новые драгоценности, машины, дачи, квартиры. Кто-то строит себе, продолжает особняки, только вместо особняков и вилл на Лазурном берегу во Франции, теперь они это делают в Дубае, теперь они это делают там в Китае, теперь они делают еще в каких-то других местах, в Африке где-нибудь, там, в Латинской Америке. Вот, так что в этом смысле ничего не поменялось, и под ним довольно много людей чувствует себя хорошо, поэтому зачем его свергать? Они чувствуют себя хорошо уже ровно год, как Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», который 23 июня сходил бунтом по Ростовщине, не дойдя 200 километров до Москвы прошлого года, с вопросом Шойгу, Герасимов, где боеприпасы, а 23 августа его, значит, суперджет в последний полет отправился, Путин сбил его, отомстив, собственно говоря, за то, что Пригожин позволил нарушить и показать то, что, как и сейчас показывает, вооруженные силы Украины, что его режим хлипок, хлюпок и вообще бессилен против вот таких вызовов, как снаружи, так, собственно говоря, и внутри. В связи с этой годовщиной, прости господи, у меня два уточнения. Будет ли это напоминание тем, кто, возможно, уже хочет стать Пригожиным номер два или готовит табакерку? И вот такая показательность отложенной реакции иногда Путина на угрозы, может ли означать, что он готовит все-таки какой-то ответ и на оккупацию Курской области? Но позже. Он может готовить ответ, потому что он произнес странную версию, что якобы украинские войска готовили диверсию на Курской АЭС. То есть он явно подготавливает общественное мнение, прежде всего, на Западе и внутри Российской Федерации, что какая-то катастрофа на Курской АЭС может состояться. И если она состоится, то это, конечно, в этом будет винить украинские войска. Вот. То есть в этом смысле я не сомневаюсь, что он какую-то гадость может подготовить. Вот. В остальном Пригожина, как вы заметили, убили по мафиозному раскладу. Его не посадили в тюрьму, его не осудили, его просто ликвидировали. Вот тех, кто менее опасен для Путина, вроде Гиркина, того можно было посадить в тюрьму и осудить на 4 года, и он шьет теперь рукавицы. Вот. Но вот пригожинская судьба, она показала тем, кто думает о том, что сместить Путина, что уж если ты пошел, то надо идти до конца. Да, да, поэтому мы не останавливаемся, собственно говоря. Но вот этот ответ, он, учитывая то, что действительно, как вы верно отметили, Сергей, я хотела спросить, Путин опять припомнил о том, что как будто бы мы готовили провокацию на Курскую АЭС, и очень обеспокоены мы этим, а не обеспокоены тем, что со 2 марта 2022 года Путин держит в заложниках Запорожскую атомную электростанцию. Рафаэль Гросси, глава МАКАТЭ, хочет везде ехать, и к Зеленскому, и в Россию, значит, везде. Это означает, что Путин и тактическую ядерку каким-то образом может применить, или все-таки тут кишка тонка будет? Ну, видите, как, когда было проникновение на территорию Российской Федерации, то формально создались впечатления, создалась ситуация, когда можно было по российской доктрине применять тактическое ядерное оружие. Но Путин его не применил. А не применил, то дальше уже трудно его объяснить, потому что он сам минимизирует эту ситуацию, а если ты ее минимизируешь, то ты не можешь использовать оружие судного дня, такое самое последнее оружие, которое остается на самый крайний случай, если с твоей точки зрения ничего серьезного не происходит, если происходит просто какая-то маленькая ситуация и так далее. Вот. Он просто готовит, я думаю, не использование тактического ядерного оружия, а провокацию, чтобы скомпрометировать Украину в лице, значит, прежде всего, западного сообщества. Вот. И вот эта история с грязной бомбой, про которую они, кстати, уже говорят там уже 11-й раз, кто-то посчитал. Вот мы помним, что Шойгу, как министр обороны, в свое время даже обзванивал некоторых министров обороны, говорил, что вот Украина готовит такую провокацию. То есть это уже тоже на самом деле не работает. Но такая наработка есть, то есть по старым лекалам продолжают
разгонять эту волну. Вот. Насколько она будет реализована, трудно сказать, потому что, в общем, Путин сам не заинтересован в том, чтобы делать из этой ситуации, раздувать эту ситуацию, потому что здесь просто противоречие явное совершенно. Потому что если ты минимизируешь, если говоришь, что на самом деле ничего серьезного не происходит, то зачем тогда говорить там про какую-то ядерку? Да, согласна. Просто сотрясать воздух. Сергей, спасибо вам огромное за этот интересный разговор, за ваш анализ версии и прогнозы. Благодарю вас, что находите время. До новых встреч. Господин Инус, здравствуйте. Витаю вас. Дякую за запрошение. Рад вас видеть. Доброго здравия. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине. Героям слава. Господин Инус, у меня вот вопрос. Мы с вами регулярно говорим о географии, о том, что независимости, суверенитете. И вот я вспоминаю, когда начиналось полномасштабное вторжение в Украину, зачем Путин и шел в Украину? Он говорил защищать себя. Вот сейчас я этого не могу понять. Вот на Донбассе, на чужой земле он продолжает войну, а вот Курская область, куда зашли в СУ, он не защищает. А первоначально он же говорил, что я защищаю Россию. Знаете, операция вооруженных сил Украины на Курском направлении, ее успех, ее внезапность и неожиданность, она, конечно, вызвала огромное количество вопросов, на которые нужно находить ответ. И не только с западной стороны, но и с российской стороны в том числе. Лично для меня по сегодняшний день остается непонятным такая реакция российской власти на то, что происходит в Курской области. То есть я никак понять не могу, почему сегодня этим вопросом не занимается Министерство обороны и Генштаб, а занимаются этим погранвойска, спецслужбы и, так сказать, как они называют, терровороны, то есть местные локальные возможности. Потому что впервые после Второй мировой войны на территории постоянного члена Совета Безопасности ядерной державы, у которой есть ядерная доктрина, происходит вот такого типа вторжение и такая спокойная реакция. И поэтому, когда ты еще смотришь, где это происходит, когда ты понимаешь, что там есть, вот, например, газораспределительная станция Суджи, которая по сегодняшний день продолжает качать и прокачивать газ, и с ней никаких проблем нету. Вот это тоже вопросы, которые все задают. То есть получает на этом деньги и Россия, и Украина, и Европа получает газ. Особенно те страны, которые довольно странно ведут себя во всей этой войне. Это и Австрия. 60% газа как раз через эту станцию Австрия получает. Я уже не говорю про Словакию. Там сейчас немножко та же Чехия получает. Поэтому надо внимательно наблюдать просто за этим процессом. И более того, такая спокойная, в принципе, реакция и президента России, который открытым текстом демонстрирует свою удаленность от этой тематики, так же, как он всегда это, в принципе, демонстрировал, когда происходили какие-то форс-мажорные ситуации. Или внутри России на протяжении всех 25 лет, если вы помните, можно вспомнить тут разные события, да, начиная с Бесланской трагедии и кончая там так называемым переворотом Пригожина. Да? Вот это все. И поэтому надо просто посмотреть, что будет дальше. И, во-первых, сначала надо посмотреть, в чем же стратегия Украины в этом вопросе. Потому что, я так понимаю, здесь есть конкретная стратегия. Просто она сегодня еще не видна. Просто аналитики все смотрят на карту и предполагают, что это может быть и Брянская область, это может быть и Белгородская область, это может быть и Курская атомная электростанция, это может быть что-то связанное с Крымом, с Крымским мостом. То есть это все может быть такого типа моменты, которые готовят какой-то задел для возможных переговоров на следующий год после президентской кампании. И вот такая позитивная реакция Запада, который с первого дня поддержал эту курскую операцию Украины, включая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, то есть нигде никакого осуждения, а наоборот полная поддержка. Тема западного оружия на территории России также осталась не так спекулятивна, как мы слышим на протяжении последних нескольких недель. И поэтому можно предположить, что
Эта тема еще открыта, и она еще будет долгое время на повестке дня, потому что, коль Украина уже вторглась, Украина сейчас окапывается, Украина там открывает военные комендатуры, то есть делает все то, что делала и продолжает делать Россия на оккупированных украинских территориях, и таким образом возникает то, что на Западе упорно 2,5 года все ищут. Все ищут какие-то точки соприкосновения для того, чтобы найти какие-то возможности для переговоров. А какие возможности для переговоров, когда Украине нечего противопоставить, кроме того, что Украина защищается на своей территории, оккупированной территории Украины. И если Украина сможет добиться больших успехов вот в этой операции и расширить зону этой операции, то тогда, может быть, и найдутся внешние силы, которые смогут и усадить эти две стороны за стол переговоров где-то на следующий год, учитывая то, что сторонам есть что обменивать и что возвращать. Поэтому, я думаю, до конца этого года активная фаза такого типа операции будет усиливаться, особенно учитывая, что здесь в Америке президентские выборы выходят на финишную прямую. И здесь в Америке ставки очень высоки. И спекулятивность украинской темы становится даже на первом месте, нежели спекулятивность ближневосточной темы. Потому что на ближневосточной теме администрации Байдена, Харрис, не удается достигнуть каких-то видимость успехов, потому что это не в интересах Бениамина Нетаньяху, и, соответственно, это не в интересах Дональда Трампа. И поэтому единственное направление, на котором возможно достичь какого-то успеха, которое можно преподнести избирателям, это украинское направление. А на украинском направлении нужен успех. И именно поэтому вот такая позитивная реакция на курское наступление Украины, и я думаю, это все будет усиливаться. Резюмируя вышесказанное, я могу сказать, что вам не стоит ожидать сегодня каких-то резких телодвижений со стороны администрации Соединенных Штатов Америки в сторону негатива, но вы сможете медленно, но верно видеть определенную поддержку непосредственно на поле боя, я имею в виду как финансовую, так и военно-техническую, и я думаю, ваш успех на курском направлении, он не последний. Кстати, Господин Минус, если говорить в контексте Соединенных Штатов Америки, вот и Владимир Зеленский, президент Украины, говорит следующее, что вооруженным силам Украины не понадобилось бы входить в Курскую область, если бы было разрешение использовать оружие западное, в том числе из Соединенных Штатов Америки, по дальним целям. Мы в том числе говорим и по аэродромах. Вот сегодня тоже своими же беспилотниками мы достали до хороших целей. Как вы считаете, вот запрет США бить атакамс на 300 километров, это результат чего? Договоренности с каких-то с Российской Федерацией или все-таки это какие-то бойни с того, чтобы не перейти красные линии? Хотя вот видим заход в Курскую область, якобы самую главную красную линию пересекли Российской Федерации, и ответа как такового нет. Знаете, я по сегодняшний день не верю во все эти разговоры, которые говорят о красных линиях, которые существуют в этой войне, которые Запад ставит якобы перед военно-политическим руководством Украины. Это все информационное сопровождение этой войны. Вы правильно сейчас отметили. Если есть какая-то красная линия, то почему такая позитивная реакция на такое вторжение в Курскую область? Это все-таки суверенная территория той же России. Если Россия позволяет себе такое, Украина почему должна это позволять? Если такая позитивная реакция, значит, они хотят, чтобы у Украины был какой-то успех. Значит, они будут просчитывать. Если Украине для того, чтобы достичь этого успеха, достаточно будет того вооружения, которое у Украины есть, значит, они будут поддерживать именно на этом уровне. Если Украине нужно будет дополнительное оружие для достижения успеха, значит, Украина получит и это оружие в том числе. Просто все то, что мы сегодня слышим в информационном поле, на 90% это дезинформация. Это информационный шум, который специально делается. Потому что, вот, например, вы все знаете, что F-16 уже летает.
F-16 уже на территории Украины. Мы уже должны посмотреть на характеристики этих F-16. И то, что вот сейчас говорят, например, про частных пилотов, да, которые вот говорят, разрешение дать, не дать. А как вы думаете, а может давно уже этот вопрос решен? Просто вот его бросили сегодня в публичную плоскость. И поэтому это все тема, которой никто на них вам правду не скажет. Поэтому надо смотреть на то, что будет происходить непосредственно на поле боя. И как это будет двигаться. Потому что иногда создается такая дымовая информационная завеса о сложностях, например, у украинской стороны. И потом раз, Украина получает успех на Харьковском направлении, на Херсонском направлении, вот сейчас на Курском направлении, а завтра еще на каком-то направлении. Это для того, чтобы усыпить наверняка, может быть, бдительность противника. Точно так же, как и Россия это делает. Это законы этой войны. Поэтому давайте мы не будем то, что нам в информационной плоскости иногда стараются навязать какие-то нарративы. И любая сторона, и российская сторона, и западная сторона, да и вы сами, украинцы в том числе, вот, опять же, через так неназванные источники, когда ссылаются на Bloomberg, на Политика, на Washington Post, на New York Times, вот, это все, так сказать, информационная шумиха, который на 90% под собой не имеет никакого основания. Да, иногда бывает сливы какой-то информации, но надо смотреть, для чего это делается. А реально на поле боя сегодня мало кто может сказать, что там происходит. Мало, даже военные эксперты, даже самые многоуважаемые. Потому что, чтобы на самом деле точно знать, что там происходит, надо владеть всей полнотой информации. А это засекреченная информация, и все то, что можно сегодня проследить, это далеко не так. Вот даже то, что сегодня говорят о том, что в Курской области там российские войска могут оказаться в кольце. Вот эти мосты не просто так взрывают. Вот сейчас мы видим, как понтонные мосты Россия упорно хочет наладить, и их упорно хаймерсами уничтожают. Значит, есть какая-то конкретная задача, да, которая поставлена. Которая, а эту операцию, можете не сомневаться, кто бы там что ни говорил, она согласована военно-политическим руководством Украины вместе с Вашингтоном на самом высоком уровне. И только знают об этом всю правду узкий круг людей. Поэтому давайте просто будем за этим наблюдать. И параллельно с этим внимательно наблюдайте за ходом предвыборной кампании. Напомню зрителям, что 10 сентября будут дебаты Камалы Харрис и Трампа. Как вы оцениваете сейчас положение 50 на 50 республиканцы, демократы? Или все-таки демократы немножко опережают Трампа и его? Вот, и да, нужно ли разделять Трампа и республиканцев? Это важно. Значит, когда демократы наконец-таки приняли правильное решение и сумели убедить Байдена сняться с выборов, многие боялись того, что очень короткий срок до президентской кампании, и они не сумеют раскрутить кандидатуру Камалы Харрис. Да? Тем более, еще не было известно, кто будет у нее вице-президентом. Но, как видите, это им удалось. Это им удалось. Это удалось, в первую очередь, от того, что, во-первых, машина демократической партии и финансы, которые под это дело запущены, там было намного больше, даже, чем у республиканской партии. И, учитывая корпоративные интересы, как вы видите, все построились, все буквально построились в едином порыве. Они поняли. Это закон этого жанра. И республиканцы тоже, вот вы говорите, Дональд Трамп и республиканская партия, они тоже построились, несмотря на свое сложное отношение у многих лидеров республиканской партии к тому же Дональду Трампу, да, и к тому, что он иногда сегодня говорит. Он даже сегодня, опять же, поменял всю свою, всех своих советников в этом предвыборном штабе. Который вот он продолжает ту же тактику, да, меняет регулярно штат своих сотрудников, будь то, когда он был президентом, или будь то, когда он сейчас кандидат в президенты. Вот, поэтому, но, несмотря на это, они это стараются не проявлять. Теперь, то, что касается опросов общественного мнения, они, конечно, в рамках допустимой прогрешности, и они все ангажированные. Я имею в виду, то есть это они или прореспубликанские, или продемократические. Но даже и те, и другие, когда сравниваешь преимущество каждого из кандидатов в рамках допустимой погрешности, что лишний раз говорит о том, что они идут ноздря в ноздрю. Все, конечно, внимательно отслеживают ситуацию в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, еще нескольких других штатах, но в первую очередь в этих трех штатах. Потому что вроде бы они будут самыми определяющимися. И поэтому очень важно посмотреть, как в них будут восприняты Тим Уоллс
и Джей Венс. Но судя по тому, что Тим Уоллс имеет все-таки сильнее бэкграунд и сильнее послужной список, 16 лет работы в Конгрессе и 2 срока, успешного срока в должности губернатора, ну, преимущество вице-президента Камалы Харрис, да, конечно, получше. Теперь остается решить, у кого преимущество в личном общении, во время дебатов. Да? И это проявится только во время дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Напомню, что именно дебаты между Байденом и Трампом заставили Байдена сойти с дистанции. Значит, как бы что ни говорили вы, но дебаты в нынешней ситуации играют большую роль на общественное мнение, тем более вот в этих неопределившихся штатах. И поэтому сейчас на всех парах политтехнологи этих двух партий, советники, работают над тем, как построить весь сценарий этих дебатов, чтобы, ну, достичь нужного результата. Слабость республиканцев именно в личности Дональда Трампа, который, ну, не подчиняется своим, не слушается так сильно своих советников, так, как им это хотелось бы. И слабость еще у них в том, что у них вся тактика была застроена на Джо Байдена, а Байдена уже нету. И поменять фамилию Байдена на фамилию Камалы Харрис и продолжать говорить все то, что вы адресовали Байдену, здесь не проходит. Ну и, а он еще добавляет к этому нападки личного характера на кандидата, женщину, на кандидату не белого происхождения. То есть, и это все вызывает тоже негативный эффект даже в стане самих республиканцев. Именно по многим таким причинам он и поменял этих советников, которые его отговаривали не делать этого. Вот. Но он продолжает это делать. Что касается Джей Джи Венса, он, в принципе, ну, вот просто какая-то тень, которая не представляет никакого интереса среди избирателей, потому что все понимают, что это случайный человек большой политики, который всего 2 года находится в большой политике, и то благодаря личной протекции того же Дональда Трампа. Он на эту должность мог взять любого другого человека с таким же послужным списком. Но это же не говорит о том, что человек сразу становится авторитетным, потому что Америка его не знает. Америка, например, Камалу Харрис, она знает, потому что она была прокурором самого большого штата Америки, генеральным прокурором штата Калифорния. Это большая должность. Потом она была сенатором. Это тоже долгое время она была. И теперь она 4 года уже кандидат, была вице-президентом. Поэтому очень многие американские президенты именно так и проходили эти должности. Да? Вот. И поэтому я всегда повторяю ошибку в выборе вице-президента. Если была бы Ники Хейли, то тогда бы ситуация кардинально поменялась бы в пользу республиканцев. А так вот, все будем давайте ждать этих дебатов. И от результатов этих дебатов, ну, зависит очень много на кону кресла президента Соединенных Штатов Америки. Потому что именно эти дебаты очень важны. Конечно, очень важны будут дебаты и 1 октября между Тим Уоллсом и Джей Джи Венсом. Но в первую очередь давайте дождемся 10 сентября. Ну, а то, что резюмируя, могу сказать, что демократы сумели наверстать потерянное, пока они, пока Байден не решался подать в отставку. Но они сегодня наверстали, и даже по многим позициям они сегодня как будто опережают. Так же, как месяц назад республиканцы набирали определенный рейтинг. Ну, скоро это все уляжется, потому что это все шоу, и все эти разговоры, и все там красочность, которую нам показывают, это все обычное шоу, обычное мероприятие, оно так сильно как-то не влияет на это все, то есть на вот эти штаты. На эти штаты будут влиять именно то, как они будут работать непосредственно в этом штате, и как они сумеют убедить. Насколько я понимаю, в этих штатах не очень-то популярно ни сам Дональд Трамп, ни сама Камала Харрис. Поэтому очень много будет зависеть от того, как в этом штате будут воспринимать именно Джей Джи Венса и Тим Уоллса. А пока давайте все дождемся этих дебатов. Да, господин Нус, и наверняка самый важный актуальный вопрос сегодняшнего нашего разговора с вами. Мы вспоминали об этом в предыдущий раз, в предыдущем интервью. Визит Путина в Азербайджан. Вот зачем прилетало, о чем говорили, потому что и особенно в украинском инфопросторе, пространстве, очень много об этом говорят, и очень важно нам услышать, что вы думаете по этому поводу.
Давайте в экспертизе, вы знаете мой характер уже, наверное, за эти годы мы давно общаемся. Я стараюсь личные симпатии, антипатии оставить в стороне, ежели мы хотим быть объективными, а не ангажированными, чтобы не было никакой пропаганды. Вот. Потому что личные симпатии или антипатии, они мешают правильной и объективной аналитике. Мое отношение к вашей войне и к тому, что агрессия России против Украины, вот, вы знаете, я с первого дня в окопе с вами, и я надеюсь, буду с вами до конца, до вашей победы. И дай Бог, она будет на вашей улице. Вот. Но когда мы говорим о том, что мы видим сегодня вот геополитики, вот давайте посмотрим сначала на географическую карту. И посмотрим, и сделаем маленький экскурс, ретроспективу, да, недавнюю историю. Историю независимую. Надо проанализировать и вас, и постсоветское пространство, как все развивалось, ретроспективно, тезисно. Это я говорю сейчас про Южный Кавказ. 30 лет тому назад, когда развалился Советский Союз, я работал в правительстве Азербайджана тогда, в демократическом правительстве Азербайджана, президентом был Абуль Фасиль Чебей, вот, одним из самых демократических правительств на постсоветском пространстве. У нас тогда была политика антироссийская, антииранская. И даже помню первое интервью, которое давал президент Абульфас Эльчебай, покойный, первому каналу российского телевидения, он принципиально давал на азербайджанском языке. Он разговаривает на русском, но он говорил на азербайджанском языке, и переводчик переводил на русский язык. Да? Это вызвало резкую негативную реакцию лично у Бориса Ельцина, тогдашнего президента России, и у российского истеблишмента. Да? Но это была демонстрация того, что Азербайджан вектор своей внешней политики после развала Советского Союза направляет в сторону Запада. Да? Вот. Это было, многие это воспринимали на ура, аплодисменты. На Западе это всем нравилось. Вот. Но в конечном итоге мы что получили? А в это время у нас шла, уже началась Первая Карабахская война. И вот этот демократ Ельцин вместе с политическим имперским истеблишментом России, который за все эти годы никуда не изменился, будь то власть, будь то так называемая либеральная оппозиция, вот эта вся тусовка продажная, они все наказали Азербайджан и поддержали агрессию, оккупацию территории Карабаха и семи районов. Поддержали Армению в тот момент. А армяноцентричность внешней политики России и армяноцентричность внешней политики Запада, базирующая на Франции и на Соединенных Штатах Америки, и эти три страны были сопредседателем Минской группы ОБСЕ, не оставили Азербайджану никаких шансов. Подчеркиваю, Азербайджан объявил прозападную политику, антииранскую политику. И за это нас наказали. Слышите меня, да? Вот за это нас наказали 30 лет тому назад. 2008 год. Грузия. Михаил Саакашвили, который сегодня сидит в тюрьме. Он сделал ту же прозападную политику. Более того, Михаил Саакашвили, он долго был у власти. Да, тогда Абуль Фасиль Чебай чуть больше года был у власти. Он не успел всего этого сделать. Да? Но в результате вот получилось то, что получилось. И в 1994 году был Бишкекский протокол. Да, мы подписали. А Грузия во времена Саакашвили многого добилась. И для Запада в том числе. Да. И что сделал Запад? В 2008 году за это, за то, что он это все сделал, его предупреждала Москва, и началась война. В результате этой войны, август 2008 года, Грузия потеряла Абхазию и потеряла Цхинвальский регион. Запад что сделал? Продал Грузию, продал Михаила Саакашвили, так же, как он продал 30 лет тому назад тот же Азербайджан. И пошел на перезагрузку. Вы же помните? Может, вы молодой, но это было недавно, да, это в 2008 году было. Вы должны помнить перезагрузку, которую сделал Обама, Байден, и 2009 год, первый Северный поток, один с той же России. 2014, это про Грузию. Вот я вам сказал, Азербайджан, Грузия, это Южный Кавказ, это вот эта карта. Рядышком находится Украина. 2014 год. В Украине что произошло? Евромайдан. Что такое Евромайдан? То есть, западный вектор, да? Это еще начиналось во времена Виктора Ющенко, которого я лично знаю еще с тех пор, как он был председателем банка. Он приезжал в Баку, он был в кабинете министров, я с ним встречался. Вот. И, кстати, он один из умнейших банкиров Украины, хороший специалист в области экономики. Вот. И я помню, как Украина двигалась в евроинтеграцию, 2014 год, Евромайдан. Что вы получили в результате этого? Аннексию Крыма, бойню в Донбассе. Запад вас предал.
и вас так же, как и нас в 1994 году, заставили подписать Минские соглашения. То есть у нас Бишкекский протокол, у вас Минские соглашения, у Грузии свои документы. Вот и все. То есть три раза три страны постсоветского пространства, которые находились в зоне стратегических интересов России, сделали движение в сторону Запада, и Запад их предал. Мы получили по мозгам. Сегодня на территории Украины вообще это вылилось в полномасштабную войну. Теперь, что изменилось на карте? На географии ничего же не изменилось. На севере как осталось у Азербайджана Россия, на юге остался Иран. Здесь Каспийское море. Слева у нас Армения, Турция и Грузия. Больше на Южном Кавказе никого нету. С Арменией мы 30 лет воевали, слава богу. Сегодня не воюем, ищем мирный договор. Очень сложно идет, еще неизвестно, когда он будет подписан. Россия на том же месте, Иран на том же месте. И они, как они не любили независимость Азербайджана, так же, как независимость и Грузии, и Украины, и Армении, однозначно. Да, это имперскость России. Но в первую очередь я говорю сегодня про Азербайджан, мой родной. Иран и Россия 200 лет дербанили мою страну, мою родину. И между Ираном и Персией, и между Российской империей, было огромное количество войн. Последние 200 лет назад между ними был заключен Тюркменчайский договор, который разделил Азербайджан на две части. И большая часть отошла к Ирану со столицей Тебриз, меньшая часть со столицей Баку отошла Российской империи, потом Советскому Союзу. У нас вот был период с 1918 по 1920, когда вот у нас была Азербайджанская Демократическая Республика. Кстати, у вас тогда это был времена Петлюры, да, в Украине. Ну, тогда это везде было, да, вот тогда уже все старались построить. Ну, и что получилось? Советский Союз, большевики пришли и все это быстро закончили, это все. И вот это все сегодня является борьбой идеологии. Те же игроки. И сегодня у нас на Южном Кавказе, когда мы смотрим противостояние, геополитическое противостояние, которое сегодня наблюдается между Западом и Россией, задайтесь простым вопросом, дорогой Игорь. 25 лет сегодня в Кремле Владимир Путин, спецслужбы России. Эти 25 лет, этот Запад, который, когда продавали Азербайджан, когда продавали Грузию, когда продавали Украину, что делал с этим Кремлем? Они делали деньги. Они делали большие деньги, бизнес. На триллионы долларов. Вы видите обороты. По сегодняшний день уровень санкций, по сегодняшний день деньги тикают. И даже через Сунжу тикают они то же самое. И туда, и обратно. Россия за год, говорят, 11 миллиардов получает за этот газ, который идет через вот эту Сунжу, через Курскую область. Украина, говорят, около миллиарда. И эти страны, которые я перечислил. То есть, значит, картинка одна, а суть совершенно другая. Деньги правят миром. И когда ты это видишь, а под раздачу дают, демократии говорят с автократиями, да? Дают демократическое правительство в Азербайджане, демократическое правительство в Грузии, демократическое правительство в Украине, это все делают, и потом после этого начинают кто-то говорить о том, что вот кто-то не рукопожатный, почему он с ним встречается. А задайте мне вопросом. В 2014 году, дорогой Игорь, в Донбассе, Дебальцево, в Иловайске, и вообще вот с 2014 по 2015 год. Сколько тысяч украинцев погибло? Десятки тысяч, правильно? Кто это сделал? Нынешний Кремль. С Кремлем не встречались никто? Сейчас мне говорят, тогда не было решения Международного уголовного суда. А кто считается с решением Международного уголовного суда? Америка считается? Хорошо, простой вопрос. Для параллели провожу. Решение Международного уголовного суда есть в отношении и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Недавно он приезжал в Америку, выступал перед двумя палатами Конгресса. И его принимал весь истеблишмент Соединенных Штатов Америки, включая президента США. Ордер Международного уголовного суда выдан президенту России, выдан премьер-министру Израиля. Если мы говорим о юридической составляющей, оставим симпатии, антипатии. Если этот документ касательно кого-то, все говорят, в 2014 году не было этого документа в отношении президента России, а сейчас он есть. И говорят, он сейчас не рукопожатный. Но такой же документ есть в отношении премьер-министра Израиля. Тогда, получается, этот документ для одних, он документ для других, не документ. То есть, понимаете, вот этот вопрос, который все когда-то кто-то озвучивает, они не хотят. Поэтому тут игры, да, словоблудие. Надо смотреть просто на карту и думать, а что делает Азербайджан? Я всегда говорю о том, что
Это мысль самая такая. Вот вспомните, да, сегодня на берегах около Израиля стоит Тихоокеанский флот, флотилия Соединенных Штатов Америки, два авианосца и ядерная подводная лодка. Израиль является стратегическим партнером США, вне НАТО. Байден, Нетаньяху друг друга органически не переваривают. Но эти стратегические отношения между странами заставляют Байдена это делать. И Нетаньяху это знает, он будет защищать, никуда Байден не денется. Ну, кто будет защищать Азербайджан? В Каспийском море вы видите американскую флотилию? Или вообще чью-то флотилию? Нет, там только флотилия российская, там только флотилия того же Ирана, да? И все, и Азербайджан там может быть. Больше никто. И кто придет вот в этой ситуации, если что-то вдруг Азербайджан позволит себе такое, о чем многие сегодня просто в блогосфере вот бла-бла-бла-бла-бла-бла, несут ахинею. А 30 лет вот Азербайджан восстанавливал свой суверенитет, территориальную целостность. То есть мы 30 лет были вот под оккупацией. Кто-нибудь в мире заикнулся в пользу Азербайджана? Кто-нибудь? Ни США, ни Франция, ни Евросоюз, ни та же Россия. Я уже не говорю про Украину. Я уже не говорю про Украину. Мы в этой войне остались один на один сами. И мы готовились к этому. Вот так же, как и вы сегодня. Один на один остались. Потому что все те, кто сегодня вам якобы помогает, они делают шаг вперед, два шага назад. Это все те, которые вас в свое время предали. Если бы они на самом деле были бы честны с вами, эта война давно бы закончилась. США не на 5% Пентагона бюджета вам выделили бы, а на 15%, на 20%. И война давным-давно закончилась бы. Но они этого не делают. И немцы этого не делают. И все остальные в Европе этого не делают. Они играются, спекулируют на этой тематике. И они всегда это делали. И касательно Азербайджана, касательно Грузии. И касательно вас в том числе. И по сегодняшний день это делают. Азербайджан это прекрасно понимает. Я хочу, чтобы вы прекрасно понимали. Вы сняли бы розовые очки. Я же был 30 лет назад в правительстве. Я снял эти розовые очки. Тогда мы им доверяли. Потому что мы думали, ну так не может быть же. Пришел госсекретарь Соединенных Штатов Уоррен Кристофер. Министр иностранных дел Азербайджана. Обещал поддержку. И нас обманул. Нагло обманул. Понимаете? А это же гости, вот точно так же, как сегодня многие летают, да? А это же те же самые, а та же Ангела Меркель, а Герхард Шрёдер, а Сильвия Берлускони, а Николас Саркози, а Франсуа Улан. Это что, не западные политики топового уровня? Я уже не говорю огромное количество и других имен, да? Я уже про Соединенные Штаты Америки вообще ничего не говорю. Разве не Барак Обама с Байденом вам говорили, не сопротивляйтесь в Крыму, не стреляйте там, пока вы не увидели, что вас не кинули? И вы стали Головайский и Вдебальцев сопротивляться, но было поздно. И вас поставили перед фактом, подписывайте эти Минские соглашения. Иначе и Харьков пойдет, и Донбасс, и Одесса пойдет. Вы же это все знаете? Да, ошибки украинского истеблишмента за все годы независимости, это после войны разберетесь. Сегодня это не тема разговора, на эту тему вообще не советую сегодня вообще вам что-то говорить. У вас пожар, у вас война, вам нужно спасать страну. Потом об этом, на эту тему поговорить. Но просто если вы хотите понять, что там происходит на Южном Кавказе, вы всегда смотрите на карту. И смотрите на возможности маленького Азербайджана, у которого с этой Россией всего лишь товарооборот 4,5 миллиарда. Подчеркиваю, 4,5 миллиарда. Для примера, у той же Армении за 2,5 года этой вашей трагедии увеличился товарооборот на 7,5 миллиардов. На втором месте идет Грузия, на третьем идет Азербайджан. То есть и товарооборот Армении к концу года, говорят, будет 17 миллиардов. Никто не задается вопросом на Западе, в украинском информационном поле. За счет чего эти такие деньги? Это же обход санкций. Это все то, что сегодня нужно России. Это проходит оттуда. Кто-нибудь говорит что-нибудь на эту тему? Ничего. Знаете почему? Потому что армяноцентричность российская, она переметнулась на армяноцентричность сегодня Запада. Только потому, что сегодня стараются использовать Армению, так же, как 30 лет назад Азербайджан, так же, как в 2008 году Грузию, и так же, как вас после 2014 года. Сегодня хотят это повторить с той же Арменией. Просто армянское общество сегодня, оно еще до конца не понимает всей этой игры, насколько я вот могу наблюдать. Может быть, Пашинян это понимает, и его окружение это понимает. Но там довольно огромное количество тех сил и финансовых возможностей и в спецслужбах, и в разведках, и которые сидят сегодня непосредственно там в Армении, которые не хотят этого и которые хотят раскачать эту ситуацию. Как вести Азербайджан сегодня в этой ситуации? Поэтому Азербайджан объявил политику уже многовекторную. 30 лет назад у нас была одновекторная. И Грузия сегодня, заметьте, да, она хочет пойти путем Азербайджана. Потому что она понимает, Запад предал их. Россия еще стоит на ногах, они боятся ее.
И поэтому они сегодня стараются иметь стратегические отношения с Азербайджаном, с Турцией. И вот выждать, пока все это уляжется. Не делают резких телодвижений. Кто-то хочет взорвать ситуацию в той же Грузии. Вы видели в последнее время, что происходит. Это не проблема в том законе, который нам бросили как кость. Эти законы есть во многих западных странах и в Соединенных Штатах Америки в том числе. Проблема не в этом. Проблема в том, чтобы они поставили перед собой цель выдавить Россию из Южного Кавказа. Если вы хотите выдавливать Россию из Южного Кавказа, вы в первую очередь помогите Украине победить в этой войне. Потому что пока Россия стоит на ногах, вам не удастся Россию выдавить из Южного Кавказа. Никто на это не пойдет из этих стран, потому что они все боятся. Они все боятся, они понимают это возможности России, и они не доверяют тому же Западу, потому что этот Запад играет в свои игры. Плюс, теперь говоря про Азербайджан. Азербайджан равно удален от России, равно удален от Ирана. Мы не ищем врагов. Мы не позволим с территории Азербайджана использовать против России, против Ирана, против Турции, против Грузии. С Арменией, если помиримся, тоже и против той же Армении. То есть мы хотим, чтобы здесь был мир на этой территории. С нашей территорией. Несмотря на то, что, вот, например, у нас прекрасные отношения с Израилем. Да? Ну и опять же, мы не позволим ни Израилю использовать территорию Азербайджана против Ирана, ни кому-то другому использовать эту территорию против того же Израиля. И в результате этого, заметьте, какой интерес появился к Азербайджану. Первый интерес, сильный. Когда Урсула фон дер Лейн приехала в Баку в прошлом году, заключила стратегический энергетический договор о партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом, весь мир аплодировал, все же радовались, Евросоюз пришел. Когда месяц назад Китай заключил похожий договор с Азербайджаном, уже немножко так задались вопросом, почему это вдруг Китай? А посмотрите, это где-то, это Восток-Запад. Китай и Евросоюз торгуют на 700 миллиардов. Посмотрите на географическую карту. Это хочешь не хочешь, это будет проходить через Азербайджан. Через Каспий, через Грузию, через Турцию и туда дальше в Европу. Теперь западная граница закрывается для России. Куда России идти? Посмотрите на карту. И получается только север-юг. И через юг она также будет выходить на Индийский океан, будет выходить на африканские страны. И опять же, если надо будет, будет выходить через ту же Турцию в ту же Европу. И далеко не случайно. Чтобы вы знали, когда Украина обратилась к Азербайджану по поводу того, что вот Сунджи до конца года этот контракт закроется, Украина захотела, чтобы Азербайджан оттуда прокачивал, да, газ для той же Европы. Значит, Европа попросила Азербайджан, это я вам говорю официально, Европа попросила Азербайджан, чтобы Азербайджан именно это сделал. Но если Европа просит об этом Азербайджан, вы что, пойдите поинтересуйтесь возможностями Азербайджана и газовыми возможностями Азербайджана в том числе. Поэтому, когда вы смотрите на карту, вы должны понимать, что Россия в этой ситуации, она сегодня пошла, вот вспомните, Шойгу приезжал, он был в этом самом, в Тегеране, он был с Игорем Левитиным, это министр транспорта, 10 лет был России, сегодня он помощник президента России по коммуникации, и они как раз-таки уговорили, сумели надавить на правительство Ирана, что открывает Астара-Решта, значит, север-юг тоже открывается. И, значит, получается, Азербайджан становится хабом и для Востока, Запада, и Север-Юг. Кто может вправе сегодня совестить Азербайджан или винить Азербайджан, что Азербайджан сегодня занимается стратегическими интересами своей страны? Мы не лезем ни в какую войну. Это не наша война. И Ближний Восток не наша война. Но, несмотря на это, у нас прекрасные отношения с Украиной. Мы помогаем Украине открытым текстом в гуманитарной области, так помогаем, как никто на постсоветском пространстве, ни одна страна СНГ столько не сделала для Украины. И есть еще огромное количество того, что сегодня в публичной плоскости еще никто говорить не будет. Напомню, в 2008 году Саакашвили Михаил сказал фразу, говорит, я пока не могу сказать, не пришло еще время. То, что сделал Азербайджан после августовской агрессии России против Грузии, как Азербайджан помог и, можно сказать, спас Грузию, по многим вопросам. Придет время, мы об этом скажем. Можете не сомневаться, точно такого же типа помощь Азербайджан оказывает Украине в том числе. И об этом знает и ваш президент, и его ближайшее окружение. Просто очень много сегодня спекулянтов, ура-патриотов, или тех, которые специально хотят вбить клин
в стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной. Им это не удастся. Просто надо было им дать пощечину, надо было на них наехать. Вы видели, я это сделал несколько раз. И это вызвало довольно положительную реакцию и в украинском общественном мнении однозначно. Тысячи людей пишут, что не обращайте внимания. И в Азербайджане также это прекрасно понимают. Просто это болезненная тема, на которую очень многие хотят спекулировать. Особенно это спекулируют те, и в Украине в том числе, и на Западе в том числе, которые армяноцентричные. Потому что они не понимают о том, что посмотрите на карту и посмотрите, где сегодня на Южном Кавказе самые сильные позиции у той же России. Не в Азербайджане, не в Грузии, а именно в Армении. В Азербайджане у России позиции ослабели. В Грузии они также ослабели. И в общественном сознании точно так же. Вы что думаете, азербайджанский народ не помнит, кто 200 лет дербанил Азербайджан вместе с Ираном? Мы что, думаете, забыли кровавый январь 1990 года, в ночь с 19 на 20 января? Или вы думаете, азербайджанский народ забыл, кто помог Армении оккупировать Карабах и 7 районов? Кто совершил геноцид в Хаджалах в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года? Вы думаете, азербайджанский народ это забыл? Это все сделала Россия вместе с Арменией. Кстати, очень важный вопрос. Когда кто-то из украинцев говорит о том, что как можно было нерукопожатному президенту России руки жать, да, у которого руки в крови, а как можно было украинскому президенту в 2011 году руки жать Сержу Саркисяну, который публично, это в Ютубе есть, вот украинцы, зайдите и посмотрите. Серж Саркисян говорит, мы совершили это Ходжалы, потому что азербайджанцы думали, что мы никогда не поднимем руки на стариков, женщин и детей. И за одну ночь они вырезали, это в качестве мести за Сумгаит, за события в Сумгаите. Это было в феврале 88 года, и они сделали именно в феврале 92 года. За одну ночь вырезали 613 мирных жителей города Ходжалы. Вы знаете, и это сделал Серж Саркисян вместе с Робертом Кочаряном. И его принимают, в Киеве, его принимают во всем мире по сегодняшний день. Я это к чему это говорю? Потому что когда кто-то начинает эти все разговоры вести, вот у кого-то есть уголовный суд, я вам сразу говорю, вспоминайте, что есть такое же решение в отношении Нетаньяху. И кто-то это решение принимает, кто-то не принимает. Поэтому должны всегда подходить так. Оставьте симпатии, антипатии, смотрите на интересы той или иной страны и делайте выводы. Вот точно так же, как сегодня, очень правильно, что Нарендра Моди приезжает в Киев, и президент Украины, который его критиковал за его визит в Россию, и особенно когда это произошло во время трагедии с этим детским центром Ахманет, вот когда это произошло, и он тогда в своем твиттере об этом президент Зеленский написал, политика – это искусство возможного, и в политике не надо искать врагов, надо искать друзей. Вот Азербайджан это прекрасно демонстрирует, потому что вот этой политикой многовекторности, этой политикой баланса, потому что мы нашли Турцию, которая сбалансировала ту же Россию и тот же Иран, они уже не мешались во Вторую Карабахскую войну, как они это делали в Первой Карабахской войне. Потому что в Первой Карабахской войне и Турция была другая, которая также нас предала 30 лет назад. Турция Сулеймана Думиреля нас предала. На Турция Раджеба Тайба Эрдогана нас не предала. Она стала рядом с нами. Поэтому это тоже политика. Вот видите, как будто бы, да, братская Турция. Да? Поэтому Азербайджан сумел этот баланс удержать. И в результате на выходе мы освободили оккупированные территории, мы восстановили свой суверенитет и территориальный суверенитет. Поэтому, если вы, украинцы, объявляете евроинтеграцию, вступление в Евросоюз, НАТО, это прекрасно. Это ваше дело, это ваше устремление. Но я так думаю, было бы неплохо, если бы и вы на других направлениях искали бы друзей, учитывая вашу географию. Всегда смотрите на географию. Поэтому вы ищите друзей и в Китае, ищите друзей и в Индии, ищите друзей и в Израиле, ищите друзей везде, там, где что-то полезное для вас может быть. Особенно, когда у вас так идет такая полномасштабная война, а вам важно буквально все. И деньги, и оружие, и политическая поддержка, и даже иногда идеологическая поддержка, информационная поддержка, а иногда, знаете, данные разведки.
Поэтому всегда надо понимать, какая идет сегодня геополитическая игра, кто в этой игре задействован. И никогда не озвучивайте нарративы и не становитесь игрушкой в руках донайцев, дары приносящих. Потому что если завтра кто-то скажет Украине, наезжайте на Китай, вы должны задуматься, а зачем я должен наезжать на Китай? Если кому это надо, пускай они сами наезжают. Если это американцам надо, пускай они сами наезжают на Китай. Если кто-то вам скажет, наезжайте на Израиль, я имею в виду европейцы, например, там очень сильно сегодня, как вы знаете, антиизраильские настроения. Вот пускай они сами наезжают. Но это они должны делать, они руками украинцев. Вот они это делали руками Азербайджана, чтобы мы наезжали бы на Россию 30 лет назад, на Иран наезжали, объявляли, мы хотим единый Иран объединить. Ну и что мы в результате этого получили? Иран вместе с Россией связались с Арменией и нас наказали. А сегодня они этого сделать уже не смогут, даже если они очень сильно захотят. И то, что президент России приехал в Азербайджан, это успех Азербайджана. Он приехал в Азербайджан, значит, Азербайджан ему нужен. Понимаете, значит, Азербайджан ему нужен. Азербайджан сегодня, значит, стал субъектом международной политики. Вот вы постарайтесь стать субъектом международной политики. На Южном Кавказе, кроме Азербайджана, сегодня субъекта международной политики нет. Ни Грузия, ни Армения, они еще этими странами не стали. Поэтому у них есть и территориальные проблемы. Поэтому у них нестабильно в стране. А у нас стабильно. А когда кто-то будет говорить сегодня о внутреннем устройстве Азербайджана и так далее, и тому подобное, вот поверьте на моей личной судьбе. Я прошел через это, я боролся с этим, 20 лет жил в эмиграции, но я сегодня еще раз готов прожить в эмиграции 20 лет, только чтобы на финишной прямой увидеть восстановление территориальной целостности, суверенитета моей страны. Потому что политика, она такая сложная штука. Если ты что-то сделал неправильно 30 лет назад, значит, делай выводы. Иначе, как сказал Куличевский 100 лет тому назад, история не учит, она наказывает за незнание уроков истории. Поэтому, дорогие украинцы, внимательно наблюдайте за всем этим, оставьте эмоции в стороне, симпатии, антипатии, поменьше слушайте ура-патриотов и всегда помните, что Украина и Азербайджан уже более 20 лет, также вместе с Грузией и Молдовой, входят в политический союз ГУАМ. Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. Это не просто так был он создан. Просто еще время для полного наполнения вот этого союза еще не пришло. Для того, чтобы он пришел, вам нужно победить в этой войне. А чтобы вам победить в этой войне, вам нужно искать везде все возможности. Поэтому давайте не будем искать черные кошки в темной комнате, особенно когда ее там нет. Спасибо. Господин Юнус, большое спасибо за этот разговор, спасибо за важные вопросы, которые мы проговаривали. До побачення, дякую и слава Украине. Героям слава.